В нашем городе она проходит уже третий раз. Организаторы – муниципальная избирательная комиссия при поддержке Управления по образованию и науке администрации Сочи. В отборочных этапах приняли участие 264 старшеклассника из 44 школ города. В финале, который прошел на базе юридического факультета СГУ, встретились молодые люди, ставшие лучшими в своих учебных заведениях. Эта олимпиада востребована почему? Потому что востребована ЕГЭ по обществознанию. Дети об этом задумываются, и большинство участников олимпиады будут принимать участие в последующих выборах. Участники олимпиады отвечают на вопросы, которые касаются основ избирательного права, законов Российской Федерации в целом, пишут эссе, в котором выражают свою гражданскую позицию. На олимпиаде можно узнать много нового того, чего в школе не проходится. Знать законы в нашей стране – это очень полезно для того, чтобы уметь всегда защититься, знать различные жизненные ситуации, ну и быть подготовленным человеком. Работу участников олимпиады будут оценивать представители избиркома города, СГУ и администрации Сочи.